Десятилетний юбилей. В феврале 2008 года в Курской области по инициативе губернатора Александра Михайлова был образован департамент по опеке и попечительству семейной и демографической политики. На тот момент в регионе насчитывалось почти 5000 сирот, а приемных семей всего 20. За годы работы департамента детские дома заметно опустели, а желающих подарить любовь и заботу маленьким курянам стало намного больше. Профессионалов, вкладывающих в свое дело душу и сердце, поздравили в киноцентре имени Щепкина. Катя, я тебе даю. Вот, спасибо. Катя, я тебе даю. Спасибо, какие красивые цветы. Эти две очаровательные сестрички уже не живут в детском доме. У них есть молодые, красивые, а главное, очень добрые родители. Десятилетняя Ванюша уехала из сиротского учреждения в рождественские дни 2018-го. О счастливом моменте он мечтал 5 лет. А вот Володя еще ждет, что вот-вот дверь интерната откроется, и его тоже повезут домой. Я мечтаю жить в семье. Чтобы кто был в этой семье? Мама, папа, бабушек, бабушки. И чтобы со мной были животные. В органах опеки Курской области сегодня работают более 100 человек. За эти 10 лет они совершили подвиг. Нашли обездоленным детям любящих мам и пап. То, что у нас количество детишек в наших интернатах там так далее уменьшается с каждым годом, вот, по-разному бывает, на 3, на 5, на 7%, да, но количество их не увеличивается, а уменьшается, еще раз могу сказать. Это тенденция последних вот уже 7 лет, это значит, что работа, еще раз подчеркиваю, ведется у нас правильно. Во многих семьях сегодня, да, правильно воспитываются приемные дети. Но они были оставлены просто, наверное, в силу не только там каких-то обстоятельств, как в советское время, чрезвычайных, но и в силу бесшабашности тех своих родителей, которые их, к сожалению, оставили. А сегодня они, обретя семью, они стали полноправными такими гражданами, счастливыми детишками. Опека и попечительство – это та отрасль, где специалисты работают с теми, кому пришла беда и не устают дарить добро. Очень сложно найти ребенку семью, но мы стараемся. Ведь под ребенка нужно подобрать семью, семью под ребенка, чтобы в семье ребенка любили, чтобы его уважали, чтобы ребенок мог с родителями найти общий язык. Сложно, но мы стараемся. Каждый раз, когда ребенку устраиваем семью, мы за него радуемся. Народная мудрость гласит, сироту пристроить, что храм построить. Сотрудники органов опеки уже 10 лет идут по этому пути и не перестают дарить детям счастье. Екатерина Худякова, Максим Леонов, телеканал «Сеим».